Привет, абитуриент! Закончил школу? Не знаешь, куда поступать? 80% людей, окончившие высшее образование, работают не по специальности и недовольны своей работой. В нынешних условиях, когда нас окружают кредиты, ипотеки, налоги, займы, социальная ответственность перед семьей, переквалифицироваться очень сложно и трудно. Время просто потрачено, которое не вернуть. А найти новое время на обучение почти нереально и сложно. В связи с этим люди работают всю свою жизнь, не связанную с их профессиональным образованием. Ты спросишь, а что тогда делать? Как выбрать ту специальность, которая будет мне нравиться и будет обеспечена? Обеспечивать меня и мою семью. Мы предлагаем профессии будущего, нового поколения. Факультет экономики, торговли и товароведения. Даст тебе работу на руководящих позициях в таких компаниях и организациях, как Торгово-промышленная палата РФ, Федеральная таможенная служба, Московский ювелирный завод, Минпромторг России, Роскачество, ЦУМ, ОБИ, DHL, Метро, Азбука Вкуса и другие. Хочешь узнать больше? Напиши нам в директ, в WhatsApp или сразу звони. Мы все тебе расскажем. Места ограничены, быстрее спеши. Твое будущее в твоих руках.